прямо сейчас. Красивая, вечно молодая, несравненная, хитовая звезда эфира радио «Русский хит» Наташа Королева! Шоколадом я даю, раскидывая объятия, как
сегодня у меня репертуар определенный, потому что сегодня будут звучать именно те песни, которые звучат на прекрасной радиостанции «Русский хит». И очень заводная, очень веселая песня, которая полюбилась слушателям «Русского хита». Песня про зятя. Пацаны, ну, в принципе, вам посвящается в честь праздничка. И в этом году исполняется 80 лет этому невероятному, уникальному выставочному комплексу. И я надеюсь, что в августе месяце будет очень много торжеств. И все вы обязательно посетите, потому что будет много всего яркого, будет всего незабываемого. Ну, в общем, ВДНХ с 80-летием. Давайте поздравим дружными аплодисментами. Конечно же, в честь праздника, премьера, которая сейчас уже облетела все интернет-ресурсы и радиостанции. И, конечно же, любимый русский хит обязательно будет ее крутить на своих волнах. Песня под названием «Символ юности». Мне будет ваша помощь очень нужна. Я вам скажу, когда мы сделаем такой общий флешмоб. Договорились? Да, готовы все? Ну, отлично. Ты помнишь, как все это было? Горели твои глаза, как голову нам вскружила пришедшая весна.
дарил мне свою улыбку, дарил мне свою мечту. Цветы символ юности нашей, мы верили в их чистоту. Эти желтые нежные цветы, наш символ юности, ты мне на счастье их подари. Бежали вдвоем. Ты помнишь, под звуки винила кружилась вокруг земля. Ты помнишь, как все это было, такое забыть нельзя. Эти желтые нежные цветы, наш символ юности, стремим на счастье. Счастья и удачи, с праздником! И сейчас моя помощница, моя Анюта, покажет культовое движение всех пионеров. Пионеры, помните, да? Помните? Все остальные подтянутся. Ой, уже группа поддержки из народа. Эти желтые нежные цветы, наш символ юности, ты мне на счастье. Где были счастливы мы вместе с нами? Наш символ юности в сердце моем. Где были счастливы мы? Ну еще разок! Наш символ юности в сердце моем. Где были счастливы мы? И дружнее! Наш символ юности в сердце моем. Где были счастливы мы? С праздником! С праздником, Россия! Вот видишь, как девочки подкрикивают там Тарзана под шумок. Рассмотрели внимательно жилье. Короче, ребята, мы сейчас созванивались с Красной площадью. Там... Но не ври, это они нам звонили. Ну, мы созвонились, да, пообщались. Там люди, вся Красная площадь кричит в два раза тише, чем вы.